Подарки, слова хорошие. Мы, по-моему, сегодня друг друга уже все перепоздравляли. И вот сейчас, вот находясь за этим столом, я еще ото всех всем, наверное, скажу с Новым годом, друзья. С новым, хорошим годом. Мне очень жаль, что уходит этот год. Он был лошадь. Но так как я хороший человек, мне жаль, что год хорошего человека уходит. Но год хорошего человека и наступает. Поэтому я вот так без скромности ложной скажу, пусть этот год будет прекрасный для нас, хороший для нас, добрый для нас. А вообще я хочу сейчас вот этот тост еще поднять за то, сказать такими словами. Как давно мы не видели этого. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Давайте за нас. С Новым годом! Ура! Ну, встаньте же, господи, господа! Она впервые сказала господа. Ура! Все, отлично. Ура, левый край, ура! Ура! Ну, мужики нет, конечно. С левого края у вас коммунисты? У нас все, справа, слева, все нормальные. Середняки попались на редкость. Золотая середина. Там Олег Семенович выступает. Вы неправильно направили. Вторая серия. Дорогие друзья, с Новым годом вас поздравили. Я тоже поздравляю. Но при всем при том, должен заметить, что наш коллектив своеобразный. Самое смешное. У нас женский коллектив в целом. Поэтому, если я случайно скажу, что я хочу выпить за наших любимых завучей, которые все женщины, то при этом я имею в виду, что я пью за всех женщин. За женщин пьют стоя, кавалеры. Ну, забыл один раз. А со скольких лет вы употребляете спиртное? А это не спиртное, это компотик. Кто? Компотик. А, компотик. А соседка? Спрайт, колокольчик. Тоже колокольчик пьет? Конечно, да. А кто же вас пьет? Каберне? Вон там сидит. Да-да, вот здесь он. Аркадий, тебя зовут? Пирожные вишня? Да. Что это, или? Ну, как вам сказать? Это пирожные к учителям, пирожные к чаю. Это со стола детей? Нет, это подарок фирмы моего мужа. Правда? Правда. А какая у него фирма? Я не выговорю сейчас, Александр Павлович. А что, уже много на выпили? Да, достаточно. А достаточно для кого? Александр Павлович, ну все. Ничего не будет. Хорошие мужья у наших девушек, а? Очень хорошие мужья. Лучше не бывает. Что же там интересно? А вдруг там бомба? Какая бомба? Вы что, она запечатана? Вы что там делаете? Вот видите, пока яйца чистили, руки замерзли. Скажите, а чьи яйца вы чистили? Куриные. Вы много знаете? Биологию или зоологию? Пожалуйста, два слова об анатомии. Два слова об анатомии. Я не к тому. Ян Иванович, пожалуйста, погрейте Наталью Михайловну. Она не одна, не на себе. А потом будете шантажировать меня, да? Ну, я на все готов. Вы знаете, а вы зайчик? А сам Павлович, зайчик, да, у нас? Сейчас я к вам подойду. Вот, вот, заяц. Не изъяли.
Ой. Подождите, сейчас. Сейчас согреемся. Да. Давай. Ломали весь процесс. Она умерла. Ну ничего не делается. Новая позвала Геннадия Ивановича чистить яйца. Что там за яйца все чистят, а? Интересная мысль. Какие Геннадий Иванович теперь должен чистить яйца? Еще разочек. Абитары, дом депо. Еще раз. Абитары, дом депо. Гутен морген. Не обязательно. Гутен морген. Не обязательно. Гутен так. Тоже прошло. А что это вообще такое? А я забыл. 37. Я давным-давно преподавал немецкий язык. Это вы забыли, потому что Надежда Николаевна с вами рядышком. Aber das ist natürlich, ja. Господа, помните, как один из членов судейского корпуса на мисс школы работал судьей? Как ни странно, тоже яйца. А это Наталья Викторовна, у которой в четверг появился ребенок. Наталья Викторовна, прокомментируйте еще раз появление ребенка. Я скрывала, сколько было можно. Я же не виновата, что вы мою тайну раскрыли. Но это долг, мой долг открывать тайны. А, папа-то кто? Скажу. Геннадий Иванович. Геннадий Иванович. Говорят, что папа ребенка Натальи Викторовны. Я папа ребенка Натальи Викторовны? Она говорит. Это что-то генная инженерия какая-то. Тихо, сами с собой они ведут беседу. На предмет телефонной связи. У девушек связь через телефон. У Дубровского был через дупло с Машей. Три девицы под окном после пряли поздно вечерком. Если бы я была царица, говорит одна девица. Я сегодня не готова, Александр Павлович. Если бы я была царица, говорит другая девица. Я бы сделала всем тепло. Если бы я была царица, говорит третья девица. С Новым годом. Спасибо. Анна Семеновна, после второй рюмки народ отвалил. Куда? В Куривочку. Что, слабоват народ стал? Да, слабоват. А в ваши годы? А в наши годы мы плясали после второй. А после третьей? Еще больше. Еще больше плясали хороводом. А после пятой? А потом пели, плясали, закусывали, все делали. Что ж такая хреновая жизнь-то пошла? Мы старые стали, а молодежь еще не привыкла к этому. А что, Ольга Владимировна не принимает ваш образ жизни? А при чем здесь Ольга Владимировна? При чем здесь Ольга Владимировна, Александр Павлович? Хорошая, красивая женщина. Хорошо, дай бог ей здоровья. Мы очень хорошо проводим время. Нам устно передают опыт. А какой вам передают опыт, Наталья Алексеевна? У меня лимон во рту. Александр Павлович, ну не надо. Нам кисло. Нам кисло, подсластить надо.
надо же так поймать, Александр Павлович, такой момент. Олег Семенович обхаживает Надежду Николаевну. Какая у них очаровательная беседа, обратите внимание. О. Ой, какая тщательная предосторожность. Какая сладкая парочка. Давайте наполним бокалы. На краю стола, Анна Семеновна, тоже касается. Наполним, давайте наполним бокалы. Они только этим и занимаются. Значит, дорогие друзья, провожаем мы год лошади. Провожаем. Хороший год. Человек хороший его, так сказать, с ним был, да. Лошадь характеризуется как такой трудолюбивый, трудолюбивое животное, спокойное, сколько на грузи, столько везет. Ожидает нас другой год. Тоже хороший. И человек хороший, да. Сопровождать будет. Значит, но тем не менее, тем приятнее его нам, так сказать, встречать и провожать этот год. Вот в этой аудитории нашей, дружной аудитории, давно ее не было у нас такой аудитории, тем она замечательнее. Поэтому я предлагаю вам, дорогие товарищи, выпить за нас с вами, чтобы дорогие друзья, Анна Семеновна, и господа, да, ну, кому как нравится, поэтому за нас, товарищи, давайте выпьем и в следующем году еще раз так встретимся в этой же теплой, это понятно, в течение года. Борьба товарищей с господами. Интересное заявление Татьяны Владимировны. Мы с ней лошади. Я скорпион. Скорпион, гадюка. Паучок ядовитый. Гадюка. Сегодня. Ну, гад, гадюка одно и то же. А вы сядьте и выпейте. 185 грамм, а? Нифига. Нет, когда вот вы выпьете, я все скажу. У меня пленки на всех хватит. Это мой долг. Ну не надо мешать человеку выпить. А кто мешает пить-то? Вы мешаете. Расскажите. Под столом что-то какое-то копошение. Это кошмар какой-то. Не просуешь. Олег Семенович, быстренько чем-то занимайтесь, чтобы камеру повернуть. Быстренько чем-то занимайтесь. Бейте. Только быстро бейте. А что тебе хочется? А что это такое? Рим.
Да. Святой источник. Это мой долг. Да какой долг-то? Производственный. Вы выполнили свой долг. Да, долг выполнен, Александр Павлович, все. А ее долг выпить. Включите второй микрофон. Зачем? А где у тебя? На рейс на помолке, на рейс на помолке, стыдно, тихо. Налить? А то нет, конечно. Да, кстати. Без воздуха. Должна пить бутылку. Без выдоха. А что хотите запечатлеть, Александр Павлович? Рекорд длинный? Да. Так, наливаем по второй. Наливаем. Слышишь, исторический момент. Вот и перерыва. Там исторический. На тут или не конкурс? С призами? А приз Гиннесса сколько? До свидания, Александр Павлович. До свидания. А у нас очень быстро свидание состоится.